Приветище! Это Satisfactory! Мы продолжаем выживание и строительство огромных наших заводов. И сегодня мы займемся энергетикой. Как ты помнишь, у нас все завязано здесь на биотопливе. Это не совсем эффективно. Хотя как неэффективно? На начальных стадиях, когда у тебя небольшой заводик, это вполне эффективно. Но когда у тебя огромное заводище, нам сегодня с тобой нужно будет построить угольный генератор. Но все не так-то просто. В общем, уголь находится от нас далеко. Нам нужно будет его с тобой найти. Для этого нам понадобится транспорт. Так, значит, давай проверим. Топливо есть. 170 литров биотоплива есть. Отлично. Начинаем движение. Нам нужно с тобой сперва включить сканер. Я его хотел включить на тракторе, но он там не включается. Поэтому давай включим его здесь. Врубаем поиски угля. И сейчас должно все появляться у нас. Так, уголь найден. Надо посмотреть, сколько метров-то. Километр, 356 метров, 639 метров. Но ближайший это 356 метров. Значит, едем туда. Все, мы доехали до угля. Вот он где находится. То есть, получается, уголь от нашей базы, ближайший уголь, который находится рядышком, находится на дистанции 350 метров. Это не очень хорошо, потому что нам нужно придумать, как транспортировать этот уголь. Но благо у нас уже появились тракторы. Что ж, не будем долго думать. Начинаем обустройство угольной шахты. Ставим здесь буровую установку. Ставим ее вот таким вот образом. Теперь нам нужно построить угольный генератор. Он вот такой вот огроменный. Нужно его развернуть. Так, поставить напротив бура нам не получается. Нам мешается здесь дерево. Не вопрос. Сейчас его спилим. Вот так-то. Пробуем еще разок. Все. Теперь получается. Строим генератор. Вот такой вот огроменный генератор у нас теперь есть. Соединяем это все дело вот таким вот образом. И теперь, чтобы все это дело запустить, нам нужно всего лишь навсего добыть немножечко угля, закинуть его в этот генератор, чтобы он завелся. Закидываем 100 угля, понижаем его мощность на 50%. Он начал вырабатывать 29 мегаватт в 50% мощности. Этого должно хватить на очень продолжительное время. Все, что нам осталось теперь сделать для автономной работы этого угольного генератора, это протянуть линию электропередач от завода до нашего бура. Вот так вот. Запускается бур. И начинается поступление угля в наш генератор. Тем самым наш генератор обеспечен бесперебойными ресурсами. Если посмотреть на производительность нашего генератора, мы видим, что бур потребляет всего 5 мегаватт. А мы сделали мощность 29 мегаватт. Значит, мощность нашего генератора можно снизить еще, ну, допустим, давай на 25%. Тем самым мы получили 17 мегаватт. Это все равно много. Давай опустим до 10%. 10% это 8,5 мегаватт. Значит, можем опустить еще на 6%. 5,7 мегаватт. Отлично, оставим немножечко запас. И смотрим на время, смотри. Теперь время производства увеличилось до 47 секунд. То есть 47 секунд это 6%, 100% это 5,4 секунды. То есть разница огроменная, колоссальная, да? Но это мы задали пока что такие настройки, потому что наш генератор еще ни к чему не подключен, кроме бура. Теперь нам нужно придумать с тобой, как поставлять этот уголь на нашу базу. Можно, конечно, психануть и сделать просто длиннющую электролинию, но где гарантия того, что нашу электролинию не сломают дикие животные? Да и 350 метров электролинии — это довольно затратно. Есть другой вариант. Нам нужно построить здесь грузовую станцию. Ничего себе! А вот и дикие животные у нас появились. Где ты, пупсик? Схватка, схватка, битва! Ай-яй-яй-яй-яй! Если он меня сейчас еще разок кочнит... Кочнит! Ой-ой-ой, их двое! Их трое! И они меня ушатали. Я вернулся на место своей катастрофы, где меня забодали дикие кабаны местной фауны. Вроде бы они убежали с этой полянки, поэтому я быстренько забираю свой чемоданчик.
В общем, что мы сейчас с тобой делаем? Нам нужно построить здесь грузовую станцию. Это необходимо нам для того, чтобы она загружала уголь, который добудет вот этот бур, в машину. А машина будет поставлять уголь к нам на территорию завода, где будет стоять еще один вот такой вот угольный генератор и снабжать весь наш завод. Что ж, давай приступим. Грузовую станцию надо расположить очень удобно. Так, чтобы ее поставить, нужно спилить обязательно дерево, потому что оно нам мешается. Вот. И еще бы, конечно, убрать камушек. Территория очищена. Ставим его вот таким вот образом. Тоже махина огроменная. Ну, что поделать. Погрузчик у нас готов. Значит, здесь у нас есть три отсека загрузки. Первый отсек — это на выгрузку. И два остальных на загрузку. Сейчас у нас стоит задача вот этот конвейер разделить. Для этого нам необходимо будет перенести немножечко наш генератор. Место у нас теперь появилось здесь. Нужно поставить конвейерный разветвитель. Так. Подсоединяем его к конвейеру. От разветвителя делаем конвейер до нашего погрузчика. Блин, надо сменить расположение нашего погрузчика. Давай его попробуем развернуть. Развернуть вот таким вот образом. Вроде получается, так что ставим так. Теперь спокойно эта конвейерная лента будет заходить прямо сюда. Вот так. И поступает сюда. Все. Уголь поступает. Единственное, что нам нужно, это подсоединить к сети наш погрузчик. И теперь нам нужно в генераторе поднять мощность. Скачок был чуть выше 5 мегаватт. Это значит, что надо поднять производительность еще на 5%. То есть тем самым мы подняли мощность на 8,5 мегаватт. Запускаем наш генератор и смотрим. Все в порядке, все функционирует отлично. Но пока что у нас не работает сам погрузчик. И как только он заработает, потребление мощности возрастет. Смотрим. Уголь поступает. Есть отсек для топлива. Это для того, чтобы сделать наш погрузчик мобильным и независимым от электролинии. Теперь мы берем наш трактор. Подвозим его вот сюда. У нас опять вырубился генератор. Пойдем посмотрим, что там. Скачок энергии. Потребление 25 мегаватт. Вот о чем я говорил. Погрузчик начал работать и, соответственно, мощность возросла. Поднимаем до 30%. 30% это 19 мегаватт. Маловато будет. Значит, поднимаем до 40. 40% это 24 мегаватта. Нам нужно 25. Значит, делаем 45%. Отлично. Теперь все должно нормально функционировать. Запускаем. Так. Погрузчик грузит груз в машину. Смотрим. В машине 65 угля. Но мы же понимаем с тобой, что машина может увезти больше. Давай попросим погрузчик загрузить машину еще раз. Чё-то он не хочет перекладывать. Хорошо, давай попросим его выгрузить тогда с машины. Выгружай. И чё-то все равно не выгружает. Может быть, нам тачку надо отогнать и заново подогнать. Когда все заработает, давай проверим. Так, да. Действительно, нужно было именно так сделать. Как-то мимо упал груз. Очень мимо. Ну да ладно. Проверяем. Да, действительно. 249 угля. Отлично. То есть погрузчик спокойно загружает машину по полной. Сколько в нее влезет, столько и загрузит. Теперь наша задача. Сделать автопилот. Как это делается? Заходим в панель управления. И врубаем начать запись. Все, по идее, запись сейчас идет. В нижнем углу мигает, что запись пошла. Показываем в нашей машине маршрут, как нужно ехать. Ехать она будет вот таким вот образом. Тут даже есть тропиночки, по которой можно ехать спокойно. Даже ничего придумать не нужно. Мы приехали до базы. Вот так, отлично. Проверяем запись автопилота. Отключаем ее. Завершить запись. Все. Запись не идет. Теперь пробуем включить автопилот. Включаем автопилот. Выходим с тачки. И тачка разворачивается. Смотри. Куда только она поехала, мне непонятно. Куда ты едешь, трактор? Ну это прям вообще беспредел. Трактор, давай-ка назад. Трактор
записал маршрут езды только сюда. Вот они, стрелочки нашего маршрута. А как обратно доехать, он не в курсе. Хорошо, как обратно доехать, мы ему покажем. Но сперва давай сделаем у нас здесь. Подожди. Автопилот, подожди. Надо его отключить. А то опять заедет наверх. Стой. Да, блин, почему этот ящик вечно открывается? Бежим! Надо спасать трактор. Давай-ка назад. Отключаем автопилот. Фух, все. Теперь он должен стоять на месте, да. Слава богу. Ух, и техника пошла, а. Значит, генератор мы с тобой разместим вот здесь вот, прямо посередине нашей поляны. Угольный генератор. Готово. Сюда же ставим грузовую станцию. Отлично. Здесь все готово. Но для того, чтобы это все дело работало, нам нужно сделать конвейерную ленту от погрузчика к нашему генератору. Все. Теперь все, что будет поступать в этот погрузчик, будет очень быстро поступать в наш генератор. А именно уголь. Ну что, давай попробуем сей процесс запустить. Садимся за руль. Подкатываем наш трактор под щупальца погрузчика. То есть вот таким вот образом. Включаем запись. Начать запись. То есть вот все, мы выгрузились. Разворачиваемся. И едем на угольную шахту. Приехали. Сейчас нас должны загрузить. Давайте грузить быстрее. Ништяк, загрузили. Теперь мы разворачиваемся и едем обратно. Усо, приехали. Встаем. Завершаем запись. Теперь нам нужно немножечко уголька закинуть в генератор, чтобы это все заработало. Ах да, прежде нам нужно еще настроить наш погрузчик на выгрузку. Все. Теперь все должно заработать как надо. Проверяем. Закидываем немножечко уголька, хотел сказать я, а у меня его нет. Пойдем возьмем с трактора. Благо он только что привез нам угля. Грузим сюда. И все должно, по идее, заработать. Смотрим. Погрузчик забирает груз. Выгружает его. И уголь поступает с погрузчика прямо в наш генератор. Все. Угольная энергия у нас производится. Осталось только запустить наш трактор в автоматическом режиме. Запустим автопилот. И посмотрим, как он будет функционировать. Есть еще один минус нашего трактора. Минус заключается в том, что он ездит на биотопливе. Если топливо закончится и он застрянет где-нибудь на середине пути, мне тогда придется прогуляться пешочком и заправить его. Посмотрим, через сколько наш трактор вернется и вернется ли он с углем. Это стрелочка маршрута нашего трактора. Мы ее, оказывается, можем изменить. Давай попробуем. Ну, как изменить? Тут написано, что мы можем удалить этот узел. Но делать этого я не хочу. Также здесь есть вот такой вот узел. Он напоминает кнопку паузы. Это кнопка воспроизвести, а это кнопка паузы. Это означает, что здесь трактор наш остановится. И это очень здорово. Так, трактор там нигде у нас не едет. Вон он, трактор, смотри. Трактор как-то странно ездит. Он не может, по-моему, заехать. А нет, получилось. Отлично, автоматика работает. Трактор приехал. Давай посмотрим, сколько у него там... Уголь он не привез почему-то, или его выгрузили уже. Странно, очень странно. Все, трактор у нас, по идее, как бы выгрузился. Что-то ему там мешает. Ага, мешает ему здесь вышка. Но ничего, он с ней справился, объехал и поехал дальше. Здорово. Но непонятно, сколько угля он привез. Ладно, подождем следующую поставку. Но пока мы ждем, я предлагаю подсоединить наш новый генератор к вот этому мини-заводику. Вот так вот. Посмотрим, сколько у нас энергии сейчас используется. 17 мегаватт уходит на наш мини-заводик и набор. Я понял, почему здесь стопорится трактор. Давай-ка мы вот этот вот узел удалим. А, ты посмотри, время ожидания. 3 секунды. То есть мы можем изменять время ожидания. Все ясно. Удаляем этот узел, он нам здесь не нужен. Нам нужно, чтобы трактор просто заехал сюда. Вот таким вот образом. Не останавливай здесь. Вон он гонит. Он мчит. Сейчас посмотрим, как он тут проедет. В прошлый раз он тут остановился. На этот раз он не должен останавливаться. Отлично. Бежим, смотрим. Да, уголь везет он. Здорово. Все получилось. Автоматика работает. Ништяк.
Давай мы, короче, сделаем с тобой еще один трактор. Это будет наш транспорт, потому что этот транспорт у нас теперь гоняет на автопилоте и занят очень важным делом. Заправляем новый трактор топливом. И поехали посмотрим, как у нас обстоят дела на угольной шахте. А мне вот, кстати, интересно. Опаньки! Приехали. Бензик, походу, кончился. Вовремя я трактор себе построил, слушай. А то бы сейчас бежал. Ну да, бенз закончился. Ладно. Немножечко возьмем с этого трактора. 192 топлива. Давай разделим напополам. 96-96. Это мы отправим сюда. А это сюда. Все, он погнал. Знаешь, что меня еще интересует? У нас же здесь есть транспортные метки для автопилота. Что будет, если я включу автопилот на этом тракторе? Выходим. А ничего не будет. Для каждого трактора нужно делать свой автопилот. Он наш братюня едет. Работает, пыхтит. Сейчас посмотрим, как здесь у нас организованы транспортные узлы. Ничего ли ему тут не мешает? Шахтой все в порядке. Диких зверей я здесь не вижу. Никто здесь не буянит, ничего не разносит. Вот он наш друган едет. Смотрим, как у него здесь все. Нормально ли? Как он дрифу... Нифига себе, мой трактор снес! Какой-то дикий автопилот, слушай. Так, загрузился. Слишком долгая у него тут остановка, но в принципе не страшно. Перекурчик ему полезен. Все равно там фигово туча угля у нас. Ну, вроде бы ему здесь ничего не мешает, так что можем ехать отсюда. Можно гонки устраивать с ним, ты прикинь? Я вон его почти догоняю. В горочку, конечно, тяжело, но ничего. Посмотрим сейчас, кто первее доедет. Он или я? Кто круче гоняет, автопилот или человек? О, нифига себе, он там на камень налетает. Ну ладно. Думаю, не страшно. Перестраивать из-за этого маршрут, из-за того, что он налетает один раз на камень, это как-то не очень. Но в целом я его догнал. Сейчас он, короче, разгрузится. Давай, гонка, гонка, гонка. Сейчас я с ним выровняюсь и помчим. По той траектории, которую я построил. Так, на старт. Внимание. Он берет разгон. Фли, погнали! Я сошел с дистанции. Все. Он выиграл. Налетел на камень и просрал. Такую гонку я называю бой с тенью. Думаю, что на сегодня хватит с нас автоматики и предлагаю остановиться. Если нравятся видосы по Satisfactory, то есть тебя лайкос, комментос под видос и также подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.